мобильными людьми и детьми-инвалидами. Проект этот возник у меня совершенно внезапно и недавно, так как я сейчас занимаюсь детским домом Ховрино, ну и делаем всякие там кружки. И тут мы решили выращивать микрозелень. Сначала маленький садик, то есть типа, площади не позволяют. Поэтому мы решили сделать вертикальные стеллажи. И у меня, то есть социальная сторона, это дети получают живой учебник биологии, занятость, профессия будущего. И так как я 15 лет в ресторанном бизнесе, я могу это все продать. То есть дети получат еще свой заработок. Техническая сторона. Я придумала одну фишку, которая нам позволит сэкономить массу, просто массу площади, так как арендовать, если все пойдет, дело великолепно, помещений, денег нужно очень много. Я придумала светодиодную подсветку с торцевую. По-английски это звучит как age light. Такую штуку я видела в Мюнхене, когда ездила в Мюнхен. Это великолепные рекламные, как стеллажи. Подсветка может быть любая, фиолетовая, зеленая. Внизу, значит, растут растения, а светодиоды, которых не нужно, не нужно им полметра для того, чтобы растение не сгорело, а это буквально стеллажи могут быть на 7 сантиметров. То есть мы экономим массу, у нас будет зелень расти, ну, буквально вот 7 сантиметров длиной, и светодиодная подсветка, она может быть и совершенно разным. То есть дизайнерская тоже есть здесь штучка любого цвета. В Мюнхене все рекламы построены на травка и подсвечивает сверху светодиодами. Кто вам нужен? Мне все нужны, наверное. Ну, вашу команду. Мою команду, да. Инженер обязательно. Программист, дизайнер, биолог, конечно же. Хотя я, в принципе, имею представление, как это делать, но помощь специалистов это безусловно нужна. Потому что, может, мы будем выращивать, я не знаю, там, ну, чабрец. Все что угодно. Вопросы есть, Юлия, по проекту, по тому, который она презентовала? Если есть, то поднимайте руку. Нету? Спасибо, поблагодарим. Спасибо. Пожалуйста, второй, следующий. Кто презентует? Вот по рядам, кто сидел. Белые браслеты. У кого еще есть?